опыт оздоровительного центра «Горизонт» должны перенять и другие регионы. К такому выводу пришли участники программы «Мастер государственного управления для руководителей». Проект реализуется на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Будущие топ-менеджеры оценили условия нашего палаточного лагеря и обсудили перспективы в программах государственной поддержки. В «Горизонте» гости, лидеры России, победители и финалисты одноименного конкурса. Все участники образовательной программы «Мастер государственного управления для руководителей». Возможно, завтра именно они будут решать социально-экономические проблемы страны на самом высоком уровне. А пока знакомятся со всеми нюансами управления. Палаточный лагерь в городском округе Клин – положительный пример и предмет для обсуждения по теме социального блока. Если быть честным и откровенным, в этот проект мало кто верил. Скептиков было очень много. И когда мы открыли первую смену, очень многие удивились, что да, ведь правда, все получилось. Вот он городок, вот они палатки. И, соответственно, все это им, так скажем, уже начали верить в то, что да, действительно это работает, и дальше это будет процветать. Дмитрий Атаманов – победитель конкурса «Лидеры России». Сейчас в медицинском бизнесе, но начинал инструктором в лагере. Говорит, что о походной жизни знает почти все. Но «Горизонт» приятно удивил даже его. В таком виде это уникальная история, безусловно. Потому что вот прям всю программу провести в палаточном лагере и суметь удержать внимание на протяжении всего дня детей – вот как 18 часов на постоянке, это, конечно, задача очень амбициозная. И то, что люди с ней справляются, и с такими результатами, с такими откликами, это замечательно. Детали организации быта в лагере – дополнительный повод для обсуждения. Но с выводом согласны все. «Горизонт», как готовая бизнес-идея, может уйти, как говорится, в массы. Району досталось тяжелое советское наследие. Главой было принято решение на реабилитацию данной территории. Подобрана очень интересная команда, которая верит в результат. И спустя 2 года мы видим, что есть самое главное, есть счастливые дети. Что еще важно? Это, безусловно, опыт, который необходимо передавать в регионы. Данный пример с точки зрения идеологический, то есть это заряд команды с точки зрения финансовых ресурсов и с точки зрения временных, то есть за короткий период можно получить достаточно серьезный результат. Со стороны руководства «Горизонта» полная готовность к сотрудничеству и поддержке. Любые предложения, любые идеи мы только приветствуем, и мы их сразу сейчас возьмем в работу. Больше скажу, после того, как мы сейчас информацию эту для себя обработаем, поймем, что там нужно, сразу же будем участвовать во всех конкурсах, которые позволят развиваться нашему центру. Кстати, будущие гослидеры управления вместе с идеями передали в «Горизонт» стройматериалы для обновления территории. И, конечно, поработали сами. Следующая точка в программе лидеров России – Сингапур. В городе будущего менеджеры будут перенимать опыт теперь уже международного государственного управления.